Один из 10 основных сил аватар. Из них он пятый аватар. Мы предпочитаем не использовать слово воплощение. Но это слово обычно относится к людям. Поэтому мы должны выучить это слово «аватар». There is no word to express Нет подходящего слова в английском и в русском языке. So you Поэтому привыкните к слову «аватар». «Аватар» тот, кто не сходит. Трансцендентность, высшая личность, не сходит в этот мир. So in kind of word, in other places, Поэтому слово «воплощение», которое я часто слышу, по словарному вот это значение указывает на порабощенный взрыв этого мира. Сегодня святой день явления. Явление, и это явление является вечной любовью. Is eternal, is everything is eternal. Господь вечен, все, что с ним связано, так же вечно. You cannot comprehend any of his opulence. Невозможно, невозможно оценить опуленцию. Его величие. Only. There is infinite Brahmanda, infinite planet. Существует бесчисленное количество вселенных, брахманов. And in those Brahmandas, now he has appeared in this place, in this world. In тех этих Брахман, он является в одной из них. He has appeared here, accepting Kasturisya Nityamata. And after appearance, and his он boy Utila, child Utila, then. Принял своим отцом, матерью. Everything is continuously going on. Yes. When finishes here, it starts in another Brahman. И когда он покидает этот мир, то он немедленно воплощается, рождается в другом мире. Является continuous. Это there is no interval. Нет никакого прерывания. Imagine cannot comprehend this. Человеку постигнуть такое не под силу. And this is one way we have heard from our Guru Bhargava that his pastime, his appearance pastime is eternal and other pastimes are eternal. In this sense, it's going on one after another, even from Bhargava, uninterrupted. Вечно, то они продолжаются постоянно в той или иной Брахмане. Another meaning, significant meaning. Есть также еще один важный момент. He is appearing in the heart of a devotee, uninterrupted. Он является постоянно, без какого-либо прерывания, является в сердце преданного. Some devotee is great. Некоторых преданных он одарил своей милостью, явившись в их сердце. In this sense, he is appearing in the sanctified heart of the devotee. It is also going on. И в этом смысле его явление в святом сердце преданного также бесконечно. You find in Srimad Bhagavat, fourth canto, четвертая песня Srimad Bhagavat, where Dhruva Charitra is narrated by Vedavyasa, где повествуется Dhruva Charitra. At the beginning, в начале, Mahadev, Sri Mahadev, yes, sir. Махадев, или Шива, он говорит следующее. Шаттам вишуддам вашудева шаддидам, ядьяты тастрапумарват,
Shakti Krishna Bhagavan Vasudeva Jalakshani Manasa Vidyate Navasa Vidyate Shaktam Visuddham Vasudeva Sattitam. No Krishna has appeared accepting Vasudeva Devaki as parent. Krishna явился принявшими родителями Vasudeva и Devaki. What is the meaning of Vasudeva? Каково значение Vasudeva? Vasudeva means sanctify the heart. Vasudeva значит святое сердце. Supreme Lord will appear in the sanctified pure heart. Всевышний Господь является святым сердцем, чистым сердцем. Саттам Вишуддхам. Sanctified mind, sanctified heart. В освященном, чистом сознании. He will appear. If there be anything, только там, any other motive in the heart, если есть какие-либо желания в этом сердце, the heart is impure. Это сердце нечистое. И Всевышний Господь там не явится. That sanctified heart is now noted by Vasudeva. Yes. Indicated by Vasudeva. Святое. Vasudeva is one person. Это Vasudeva. One devote. Vasudeva. But what is the meaning? Mahadev. Это личность, это имя преданного. Да? Но какое значение этого слова Махадев объясняет? Святое сердце. Pure heart. Чистое сердце. Саттам Вишуддхам. Вишуддхам Саттам Читтам. There is no word in English. Читтам. Такого слова нет. Читтам. More Читтам. Mind. You use the word mind for Читтам. You use the word mind for mind. Мы используем слово ум как в обозначении Читты и как в обозначении мон. There is no word. Но есть разница. В английском языке нет. In mind you think, there is thought, you think. Умом мы думаем. Those thoughts of seconds of birth and death, they are now inside a store that is called chitta. Все эти мысли, собравшиеся of наших рождений, они собраны в камни, которые называются chitta. Is there any word equivalent to chitta? In Russian? No. Ни в русском, ни в английском нет слова, которое может обозначать это понятие. Historical. Это вместилище. That is the mystery. You have to learn it. You have to use this word. Мы должны все использовать эти слова. Should be sanctified. And mind should be sanctified. И вот это сознание. There should be any other form. Очищено. Except service of Vamande. Свободно от всех мыслей, кроме Vamande. Даю Vamande. Exactly. Почему? Потому что Vamande он абсолют. In Western philosophy, they say, absolute is for itself and by itself. А даже в западной философии признается тот факт, что абсолют. What is the definition of absolute? Сам по себе и для себя. Absolute for itself and by itself. Абсолют сам по себе и для себя. But we do not use the word each God. We are currently neuter type of Godhead. God as conscious. It's a thinking, feeling and willing. Мы не обращаемся к Господу. Unconcentrated. Нечто, да, Господь сознательное существо. So he God. Он, мы обращаемся к Господу к личности. We say absolute for himself and by himself. Поэтому мы говорим, что Господь существует сам по себе и ради самого себя. Everything is coming out from Supreme Lord. Все исходит от Господа. От Всевышнего Господа. All Brahmanas are Vaikunthas. Все Брахманы, все Вайкунтхи. Все исходит из Него. And everything is for Him. It's coming out of Him. Существует ради Него. Why? It's for Him. Все существует в Нем и все существует благодаря Ему. This is the definition of Absolute. Таково определение Абсолюта. So, Саттам Вишуддхам Васудева Шаттитам Дьядьяли Таттр Пумана Шаттитарван Бхагаван Васудева Джагаттиди Манасабдиаси Навасабдиаси. That he, that Adarshana Tattva is translated in English. By our Param Gurudev,
он надо хочет сказать так. Я до хочу сказать. Панічія перейшло на англійський наш парамгрузер. Sometimes you can understand in English. Sometimes. Иногда. Одос фото. Мы можем. Одос фитом индивидуально. Понимание языка на английском. Только иногда. That which is beyond comprehension of the gross sense organs and subtle sense organs. Где достигаемости для грубых и тонких органов чувств, также интеллекта, анхукшихся. And he has said in English, one, тот большой буквы. Who, double look at it. Кто? Does the right of not being exposed to him and право не открываться, gross от себя. Человеческим чувством. В этом смысл понятия адхукшата. Тот, кто оставляет за собой право не открывать себя. Он трансцендентный, чувством человека, а также тонким чувством, таким как ум и интеллект. So we cannot know him as we know this world. Поэтому мы не можем знать его так. By our sense organs and by the intellect, we cannot know him like that. Посредством своих органов чувств. With that, ума и интеллект. Hari Om Tat Sat. Shri Hari, Supreme Lord, is Tat. Если Хари, Всевышний Господь, так. For that reason, he stopped. Поэтому он stopped. As for example, например, this human body, это человеческое тело, it has been created, было создано. It is born, there are three qualities, primal qualities of external potential. Три изначальных качества, первого качества. Sattva, Rajas, Tamas. Три квадратности там. Of the external potential. Внешней энергии. The Rajagun, his body is created. Благодаря Раджагуне, это тело оказывается, рождается. It is sustained. Саттвагуне, оно поддерживается. By Тамагун, it is destroyed. Тамагуны разрушается. This body is not permanent. Это тело не постоянно. Now, this moment, say in this world there are 600 crores. Настоящий момент в мире примерно how many? 6 миллиардов. 6 billion. Billion. Yes. 6 billion. 600 crores. Yes. The whole population of the world. 6 billion. Людей составляет население этого столько человеческих. After 150 years, через 150 лет, whether anybody of them will exist, будет ли кто-то из них живых? New persons. На их место придут новые. 600 crores or billion. 6 миллиардов. After 150 years, nobody. 150 лет живых не останется ни одного из 6. At most, we can have 100 years age, it means say, может быть, 150 years. Кто-то проживет 100 лет, может быть, какой-то умный проживет 150 лет. Nobody. А так не останется никого. So, everything is born, nobody is born. Поэтому все тленно. So if the body is mortal, если бы тело body will change, временно, then the sense organs of the body will remain permanent. Они что, останутся при сожалении этого тела? Acceptable. Это что? If body is impermanent, такое, если тело временно, то и органы чувств, why this non-sense organs, whatever is временно, органы чувств,
то будем воспринимать, что мы будем ощущать. Все это будет так. Why is it non-ignorance, non-ignorance, whatever you comprehend? Не вечно надо чувствовать, что мы воспринимаем, что мы скажем, не вечно. Living off this body, we lose our sight, eyesight, and hearing of the ear. There are so many persons. After the destruction of the body, whether there will be, this sense will remain. А после того, как этому телу настанет полный конец, откуда будут продолжать существование чувств этого тела? Это тело крайне приходящее, даже такими же приходящими являются органами. И все, что мы понимаем, чувствуем, будут также невечные объекты. If you say in the scripture, идом, 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 значит, это. This means that we can comprehend that the sense of material is non-eternal. Мы можем воспринимать cannot be comprehended by the sense organs. So he is eternal. Eternal, and he can be comprehended by his grace. On vision, he is. The cause of our material sense organs and spiritual sense organs. Его силы, его духовные органы чувств, which is remain supreme God. That spiritual sense organ cannot be destroyed. Такие by atom bomb. Не могут быть разрушены ничем, на атомной бомбе. Atom bomb. Атомная бомба. Was there hurled down in Hiroshima Nagasaki. Сброшена на Хиросиму. All gross things were destroyed. Все грубое. But sky was not destroyed. Небо, оно осталось. Sky was there. There are five elements. Существует пять грубых элементов. Это земля, sky, вода, огонь, воздух и эфир. And mind, эфир. All something there was. Остался, не было разрушено. А еще более тонкий элемент является разум. Манасы супарабуддхи, будхи супарабуддхи. Атма является причиной. Является наиболее еще более тонкой, чем атма. Как можно разрушить их? The sky cannot be destroyed by atom bomb. Because the integration of sky is higher than the integration of atom bomb. The atom bomb cannot have an impact on sky. And higher than sky is mind. In a moment, mind can move to all of us. Higher than reflect. Он может за одно мгновение обойти весь мир, а еще более интеллект, атма, наиболее тонкий атма, Параматма. Одна из этих называется Параматма. So it is eternal. Поэтому он other desires, ulterior desires to be removed from the
прочие желания, ненужные желания, и будут устранены даже. Demigod is Indra. There is sun
of Kasturi. Mother is Ahiti Mata. All is true. There is quarrel between the demigod and между чудеса, demon. Между девателями и асурами. Now, what happened? Devaraj Indra. I saw many all these demons. Devaraj Indra, я прикончил всех асуров. With that intention, with that таким намерением, he has made up his mind. Такое решение. With all the forces, mounting over the Airavata branches, mythological elephant in it, которого могли бы назвать славическим слоном, he came and started fighting. And all the weapons of the demons were destroyed and killed at that time Bodhi Maharaj. Was the owner of the three worlds. He killed Bali Maharaj and other commanders. He drew the commander in chief, generals, in fight. General, военачальников. All the principal persons, the armed forces were killed. So, in many other armed forces. And in Australia, the ISIL killed all the. И в конце он решил, я уничтожу всех. Брахма понял его намерение. Emperor of heaven, и сказал, Деварадж Индра, император небес, Деварадж Индра, he wanted to kill all the demons. What is хочет убить всех асуров. Это очень несправедливо. Нарада-гасани. To Деварадж Индра. Stop killing. Чтобы тот остановил кровопролитие. Нарада-гасани. The order of Брахма. Сказал приказ Брахмы такого. Enough. Достаточно. Хватит. Many. Ты убил уже многих. Demon. You should not kill. Ты не должен. There is order. Брахма. Так велики для Брахма. Then you stop. Тогда тут прекратил. And when you stop killing, Шукрачарья, после того, как он оставил, is a spiritual guide, духовный spiritual master, very powerful, Брахма, могущественный Брахма. He has got the capacity, обладал способностью, to bring back the dead to be to life. Воскрешать мертвых. Don't be the Sanjivani Siddha in Kanao. Sanjivani Siddha. Gopar. Now to see mantra. That he can bring the dead to life. Bring back the dead to life. Мертвых. If you are dead, they will get to life. Умер. Он снова становится. And he also brought the knife of the Bali Maharaj, another commander in chief, and other commanders and generals, and all the many others. Bali Maharaj was still demon. Большой пояс. Был такой жар.
20 feet or 20, 30 feet apart. То мы были там где-то на 10-15 метров держались от I want to take, you don't want to take. Я больше не хочу. All is with you.
Она только рыдала, никакого внимания не уделяла своей одежде, своему своему хозяйству, грязь, сама она исхудала. Я не вставаю, покуда мои сыновья не вернутся обратно. Илья
other advice you may give, ты можешь говорить, very, very valuable, и все это but it will have no effect in fact on нет сомнений, но это никак ничего не может поделать. Then, oh, my wife always suffers from it. Моя жена всегда покорна мне. Но почему так? Да что-то противоречивое. Моя жена знает все. Но знает все. He's speaking like this. Она говорит speaking like this. Такие слова. Inspired by the Buddha. Ее, видимо, вдохновляет на это Кришна. Такого желания. My wife is upset. Наверное, Всевышний Господь явится. All right. Then, тогда хорошо. Это звезда, очень благоприятная звезда из Саванадхи Падаши.
Бхагаван, in the heart of Kashyapa first. Kashyapa Rishi, by Kashyapa Rishi, And after that, Supreme Lord entered into the womb of the Father. All the devotees, Brahma, you can understand? God is appearing. They came there and performed prayers. Yeah.
Whatever it is.
все наши духовные организации, и Чайтанья Махапрабху, и Чайтанья Гаудия Махапрабху, и так далее. And the Satchidananda Bhakti Vilas Thakur. Это день явления Шрила Сачидананда Бхакти Винода Тхакур. Сачидананда Бхакти Винода Тхакур is to have not appeared, if the Bhakti Vilasa, then we cannot see yet. То мы бы здесь и сейчас не сидели. To propagate Чайтанья Махапрабху. Мы бы не пришли сюда для того, чтобы распространять послание трансцендентной и божественной любви Господа Чайтанья. Ничего бы не произошло, если бы не явился Шрила Бхактивинода Тхакур. Он корень всего этого движения. And should not observe his advent anniversary. Если мы правильным, должным образом не будем отмечать день его явления, то мы будем самым неблагодарным людей. The kind of great offer. И это будет великое оскорбление. Когда я только присоединился к Гауди Махапрабху в Калькутте, I saw on the holy advent day of Bhaktivinoda Thakur, he used to perform his sang. Я увидел, как святой день явления Шрила Бхактивинода Тхакура преданные организовали очень большой праздник. His sang. And all the dignitaries были приглашены многие уважаемые люди. President Bill Gates. Президент, почет другие почетные гости и так далее. And also Swami Sami. Также были многие саньяси, которые были приглашены для того, чтобы говорить перед Ашхой в этот великий праздник. Также было организовано единство по случаю этого великого дня. I thought, я видел это своими глазами. But nowadays, но сегодня мы find this sort of so much enthusiasm. Мы не видим такого энтузиазма. Мы не видим в этот день такого энтузиазма в себе. We should know and if you would not have appeared, we could not have got Bhaktivinoda. Но мы должны знать, если бы не явился Бхактивинода Тхакур, не явился бы Бхактивинода Тхакур, то есть так. Come in contact with our Gurudev, Guru Vaishnava. И вы бы не встретились со своим Гурудевом, Гуру Госвами Махараджем. Ничего бы это не произошло. Бхактивинода Тхакур – это отец Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Прабхупады. Бхактивинода Тхакур appeared, already have heard, Ula Dham. Так вы уже слышали, Бхактивинода Тхакур не явился в Ula Dham, в имени Ula Dham. Рельс-Тепи-Дир-Нага. И станция, железнодорожная станция в этом месте называется Дир-Нага. Accepting Ananda Chandra Dutta and Jagan Mahi Devi as parents. Он принял Ананда Чандра Дутту и Джаган Махи Деви как своих родителей. Jagan Mahi Devi. And but Bhakti Thakur was brought up in the maternal grandfather's house, that is, Ananda Jagan Mahi Devi. Юная Бхактивинода Тхакура прошла в доме его деда по материнскому линию. Он был очень богатым человеком и богатым землевладельцем, помещиком в этом селении.
Adam, in his own writing, Willis Yell said that who he сам Бог не устанет своей собственной рукой, своей собственных произведений написал, что он такой. И Каллан Калпатару. Кальян Калпатару. И his own writing, Бенгали Гимн. Кальян Калпатару, который написал сам бенгальских песен Гимна. И Митомала, Гитавали. А также Гитавали. Карнагали. Gitabali, Sanabati. But in Gitabala, he has given a hint. On Gitamali, those who are very careful, and thou, Nanyok, the chair of the ocean, the Nimashina, Smoku. Yes, sir. In Kallan, the Radha Krishna for the Lord. Sayan Kapataram Gauri, speaking to Radha Krishna. You go on with that, the Siddhanta Mandar and Gitta Parama. Lolita Sabira Adhika Pinkari Dino de Dori Se Paar. This is by Bhakti Uttari. What he has written? Storm of the South. Storm of the South. Yugolo Vita Vilaya Asirata Nijukta Karo Amaya. He is submitting his prayer to Radha Krishna. On other head, very malignant. He cannot Radha Krishna. Get the service of Radha Krishna without their grace. Мы не можем обрести служение Кришне Радхи Кришне без их милости. И он обращает свои молитвы к Радхи Кришне. Where you will be that Radha Krishna's best time for performance. You will be that Radha Krishna's first time for performance. And Radha Krishna. И Радха Мандари. And then you are hearing the message. Then he is Supreme Lord Krishna, Nandanandana. And all other gopis, Manjuri's there, they have come from Radharani. Atyastani, Gopi Mancharani, is heard through Radharani. And Radharani has expanded Radharani распространяет себя вначале 8 распространений, 8 царства Ладиты Лакавку, Индулака, Хитрин Белеску, Лайдзен, 8 царств. 8 times of thought takes the form of 8 умонастроений, образ 8 царств для того, чтобы служить ему. And Sophie also expanded himself as one. А Сатхи распространяет себя в Пасманчаре. And we belong to which group? Какой группе? Какому кругу принадлежим мы? Об этом говорит Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur. Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur. Of performing bhajan
Bhajna. In the Lidasati Kunja, there is Bhajan Kunja. When you go there, it's a bow down. Very narrow. You have to go inside and come. Почему именно в ней? Дива Гошчами Джайдини, Сарам 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 Сарам
Чайтанья Бхагавата. Все это было. Любого смысла играть нельзя. То, что написал Рупа Госвами Прабху, было. Understand. Но significant не было того, что мог бы понять So, after their disappearance, после их ухода, deep darkness, кромешная тьма, only darkness, не просто какая-то темнота. And darkness in time in the horizon of Gauriya Sampradaya. Ma appears in the distance of Gauriya Sampradaya. Complete ignorance. Полное, кромешное, беспросветное ужасство. There are some pseudo-sects. Которые заявляли, что мы, мол, проповедуем учение by their behavior, by their all kinds of practice, своим поведением, своей практикой, они вызвали полную потерю веры, интеллигенции, Бенгала, к Читанию Махапрабху. Это Дарамдас Бабаджи Махарадж сказал, Это 13 сект, сердовая шнау. All demanding, yes. И все они заявляют о своей аутентичности. Это Дарамдас Бабаджи Махарадж. Личности в Бенгале потеряли полностью веру в Читанья Махапрабху, они смотрели, как они живут, как они ведут себя. And there was no character. Стали просто глупцами, идиотами, которые ничего не знают. Аморальными. Бабаджи, которые занимаются какими-то матушками, с кем-то Рада Кришна приняли в кавычках. So many people. Столько лже. At that time, changes like all the people in the world, Chaitanya Mahaprabhu thought, nobody in this world, all conditions, all the Everything is not ordinary. It's
все это не обычное, не его явление также сопровождалось необычным. Над материальным, над материальным существом, жителями этого мира, два года он жжет производство политических экономик. Это возможно, чтобы двухлетний какой-то ребенок говорил стихами, чтобы он слагал время, возрасте двух лет, потому что он лично с Путин Бхагавана, что для него есть невозможного. Возрасте 6 лет он уже полностью овладел Рамайаной Махабхаратой. Какой-нибудь 6-летний ребенок, когда этот дядя такое способен? Невозможно. Это было явно откровение лично Путин, просто внешне показал себя. И чьи читают что-то, растут. Ему не знаю, что ты сил, кто будет что-то еще. At 9 years of age, he has got the knowledge of astronomy and astrology. Он уже владел астрономией и астрономией. Это кто-то может представить себе.